центре общественного здоровья Ульяновской области прошла традиционная акция «Дышите легко». Ее приурочили ко Всемирному дню спирометрии. Любой желающий бесплатно может проверить состояние своих легких и исследовать функции внешнего дыхания, включающие в себя измерение объемных и скоростных показателей. Виктор Бушуев узнал об акции по радио и решил впервые воспользоваться услугой спирометрии. Как вы считаете, в дальнейшем будете подобного плана проходить? Да, буду проходить, посоветую другим знакомым, чтобы прийти быстренько провериться, хоть это не помешает никому для здоровья и поддержания здоровья. Показатели пациента в норме. Съемочная группа телеканала «Правда ТВ» решила на себе попробовать этот необычный вид исследования. Я буду говорить по сигналам, и вы будете за мной повторять. Держите аппарат. Кладем трубочку в рот. Выдыхаем полностью. Вдыхаем максимально глубоко. Выдыхаем еще раз. Хорошо, трубочку можно вынуть изо рта. Такую процедуру повторяют 2-3 раза, затем выбирают наилучший результат. Далее пациент следует к терапевту, который выдает заключение. В моем случае все параметры в норме. Это, конечно же, нужно людям, имеющим длительные симптомы в виде кашля, одышки, да, хрипы в легких. Ну и, конечно же, здоровым людям это тоже будет очень полезно с целью того, чтобы выявить, да, свои легочные резервы. Вот. Конечно же, спирометрия – это является основной метод диагностики хронических обструктивных болезней легких. Да, именно поэтому целый такой всемирный день отдан, да, данной пропаганде. Помимо спирометрии, всем пациентам Центра здоровья проведут пульсоксиметрию, которая показывает насыщенность кислородом крови, и исследование на смоке-лазере, которое определяет концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Особое внимание на здоровье легких следует обратить курильщикам. В этот день мне очень хочется сказать, не вредите своим органам дыхания, не курите, пожалуйста. А если кто курит, то немедленно бросайте. Потому что по статистике, вот сейчас уже проводится статистика, заболеваемость коронавирусом анализируется, да, и тяжелее все-таки страдают легкие у тех, кто курит, кто не бережет свои легкие. Я желаю всем здоровья, и не только здоровья дыхательной системы, а здоровья общего. В медицинском центре ведется прием по предварительной записи по телефону для минимальных контактов пациентов друг с другом и комфортного обследования. В рамках национального проекта «Демография» в Ульяновской области созданы все условия для контроля и диагностики за своим здоровьем. Антон Никонов, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.